хочу вам предложить образ с галстуком. И давайте посмотрим, что у нас с вами получится. Мы берем наш галстук. У нас получится галстук как украшение. Ну, мы его сделаем, конечно, не так, как мужчины делают. Еще разочек. Так, выровняем. Надо завязать вот так. Так, и это, конечно же, не все. А теперь вот эту часть пропускаем. Фиксирую сзади. С вами получилось вот такой интересный образ. А если мы возьмем брошь, дополним. И если первый образ был более такой деловой, то сейчас мы даже можем пойти на выход. Хотя и для офиса это тоже смотрится очень элегантно и с шиком. Галстук вы всегда можете найти у мужа, а блузочку можно такую заказать на Wildberries. Артикл я вам укажу. Если мы возьмем галстук и булавку, то мы сможем сделать очень очаровательный образ. Давайте вместе попробуем. Наш галстук мы сейчас просто возьмем и заберем вот такую гармошечку. Оптимально, сколько возможно, чтобы у нас получилась красивая складочка. Застегиваем. Ну что у нас получилось, мы теперь берем наш галстучек. И еще один разочек. И теперь в эту часть булавочки мы протянем второй вот этот хвостик. Протягиваем и фиксируем. Вот то, что у нас с вами получилось. Вот такой образ. И теперь можно доставать галстуки и менять их под свое настроение. Как из любимого галстука мужа сделать для себя любимый прекрасный образ, который дополнит наш образ. Нам понадобится галстучек и понадобится пряжка. Смотрите, что мы делаем. Продеваем галстук в пряжку и доходим его в упор. Вот так. Что у нас с вами получилось? Галстучек. Наша пряжечка, теперь она нужна. Нам надо проверить пряжку. И вторую тоже. Оп! Такой красивый пояс. Крючусь со всех сторон. Сейчас с вами получился эту часть. Завязываем узлом. Развиваем нашу основную часть. То, что у нас получилось. Если мы сейчас вот так прокрутим. Замотаем вот таким образом. И внутрь у нас здесь отверстие. Протягиваем, чтобы у нас получилось вот так. Такой стильный образ у нас с вами получился. Галстучек можно заправить внутрь тоже как вариант. Сделаем еще один вариантик, и я возьму уже с рубашкой этот вариант. Я выбрала красный галстук. Ну, давайте посмотрим, как мы можем очень просто стилизовать наш образ. Это еще раз доказывает, галстуки не только для мужчин. Мы тоже можем их носить и выглядеть сногсшибательно и женственно. Завязали эту часть. Мы сейчас протягиваем, вот, и прячем ее, опа, вот так подтягиваем. Маленький этот хвостик мы берем, прячем под жилетку, либо как мужчины делают, они просто прячут под рубашку. Такой женственный, красивый образ у нас с вами получился. Что вы думаете по этому поводу? Делитесь в своих комментариях, а я вам желаю чудесного дня, хорошего настроения и до новых встреч!